На календаре 12 сентября. 12 сентября 1919 года в Самаре на Всесвятском кладбище, находившемся недалеко от железнодорожного вокзала, с отдачей всех воинских почестей был похоронен герой гражданской войны Николай Щорс. Красный командир был убит в бою за сотни километров отсюда, на Украине, и для историков до сих пор остается загадкой, почему его тело предали земле именно в Самаре. Сегодня имя Николая Александровича носит один из самарских парков и улица в Кировском районе областного центра. 12 сентября военного 1943 года состоялось общее собрание комсомольцев Куйбышевского завода номер 18. Сейчас это Авиакор авиационный завод. Собравшиеся приняли решение построить своими силами сверхплана бесплатно еще одно звено самолетов и передать их в особый фонд Верховного главнокомандования Красной армии. Ежегодно 12 сентября отмечается творческий праздник – Международный день вязания крючком. В народном календаре сегодня Александр Сытник. Крестьяне в эту пору совершали особый обряд на будущий урожай. Для этого завивали ячменные стебли в одну косу с льняными и овсяными. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся 12 сентября. Всего вам только самого доброго!